Всем огромный привет! С вами Наталья на своем канале «Вкусняшки от Наташки». Сегодня будем с вами печь вот такой красивый мандариновый пирог с мандаринами. Очень вкусный. Посмотрим, какой он в разрезе у нас. Легкий, воздушный. Вот такой вот пористый, красивый пирог. Ну что, друзья, начинаем делать пирог. Итак, для этого нам понадобится разрыхлитель чайной ложкой, 1/3 стакана 250 граммового сахара, полный стакан 250 граммовой муки, просеянной обязательно, 4 яичка и масло для смазывания формы, сливочное масло. Чеш-миксер взбиваем 4 яйца и взбиваем на высокой скорости, примерно 5-7 минут. Вот до такого состояния. Яички, сахар и ванилин добавили. Теперь будем добавлять муку в эту пышную массу. Муку с разрыхлителем смешать нужно. Смешиваем муку с разрыхлителем. Муку смешали. Теперь аккуратно, осторожненько добавляем яичную массу, яично-сахарную массу, и аккуратно-аккуратно смешиваем снизу вверх, аккуратно, чтобы пышность у нас такая осталась. 3-4 приема добавляем муку. Смешиваем. Вот так хорошо смешали. Вот такой у нас состояние теста нашего пышный. Отстраняем. Берем мандарин. Приготовим мандарин. 3 мандарина у нас. На 3 части делим. На 4 нужно. Берем форму для выпекания, смазываем сливочным маслом, чтобы тесто не прилипало. Хорошо смазываем. Посыпаем сахаром. Вместо карамели я просто сахаром посыпаю. Посыпаю сахаром. Хорошо донышко посыпать сахаром, выкладываем мандарины на дно. Срезом вниз. Аккуратно выкладываем тесто на мандарины. Тесто такое пушистое. Ставим хорошо разогретую духовочку 190 градусов на 30-35 минут. Вот такой пирог у нас готов. Пирог с мандаринами. Так, берем блюдо, переворачиваем с формы
Вот такой красивый пирог у нас готов. Если понравился рецепт, подписываемся на канал, ставим лайк, не забываем писать комментарии. Всем пока-пока, до скорых встреч!